США опередили Россию по добыче нефти. Американские нефтяники в марте добывали в среднем 10 425 миллионов баррелей черного золота в сутки. В марте текущего года США оказались на первом месте в мире по объему добычи нефти, опередив Россию. Об этом свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), сообщает Prime в пятницу, 18 мая. Отмечается, что США в марте добывали в среднем 10 425 миллионов баррелей нефти в сутки. На втором месте оказалась Россия, которая в марте добывала 10 298 миллионов ПЭС. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9 907 миллионов ПЭС. Добыча в России, по данным JODI, не изменилась по сравнению с февралем. В США увеличилась на 1,6%, в Саудовской Аравии сократилась на 0,28%. Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в марте в месячном выражении уменьшился на 1,8%, до 7,122 миллионов ПЭС. В США увеличился на 3,7%, до 1,664 миллионов ПЭС. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в феврале Россия экспортировала 5,044 миллионов ПЭС, а в январе 5,434 миллионов ПЭС. Ранее Международное энергетическое агентство, МЭА, предупредило, что США готовит взрывной рост добычи нефти за счет разработки сланцевых месторождений, где к 2025 году добыча вырастет в два раза, до 14,2 миллионов ПЭС. Этому способствует нынешний рост цен на черное золото. Напомним, МВФ оценил последствия сланцевой революции в США, назвав ее самой большой угрозой попыткам ОПЕК добиться стабильности цен на нефть. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.